Здрасте. А у нас здесь серьезные новые деловые. Ну да, есть птицы. А сколько стоит? Папа, 100 рублей. У нас здесь у меня папа птицы. Ну вот. Спасибо. До свидания. Ой, ты чё, клёвый? Я не родный, я не видел. А это что? Сердце? Собираю. Отдайте! Я не отдам. Убью. Я не помогу. Смотри, на улице нас пробежа. Что мне за? Что за дело? Короче, у нас плохая история. Вот скажи. Нас летали за 45-й год победы войны. Ну и что? Это он. Это позовите меня собрал. Что, играл на что я? Это здесь сказки же. Я бы серьез не знаю. А! Иди сказки! Подожди! У нас есть вкусно. Граба! Сыкусно граба! Это свои убили, птица и граба! Я разговариваю! А ты не верил! Пойдем разберемся, покажите! Мимо тебя подался на землю и дал. Сейчас я его выйду и остался. О, нет, молодец, слышишь? Ну иди сюда. Убежал козы. Эх. А мы тут побежали. Остался мы где-то позвал. Мы сейчас ушли. Торбьемся. А ну что, тогда что? Сипсы. Сипсы? Что? Это вы птицы забрал. Я думал, что интересно будет. Эх, хочу смерть его. Что делать будем? Не знаю. Ну что? А вы? Ну, я дал сейчас. Ну, вы извините. Что ты меня разбил, твой сын? Извините, я в воде разбираю. А это как? А вот так. Кстати, что бутылка? Давай молоток. Разберется. У меня ищите, я помочь. Иди на мной. Что? Что дальше? А, вот я пью. А бутылка это дальше? Я знаю. Что ты был? Ладно. Ладно. О, друзья. Почему мы надо? Смотри, вы сидите. Видите, тут музыка, стой, вы сидите. А мы с ней, брат. А чё ты зашёшься? А ты поешь что? Что? Он оставил мусор на бутылку. И я сбил. Жан, сбил. Который, вот я забрал. И получились. Мои деньги. Где ты очутился? Прилетать его. Иди за мной. Иди за мной. Разбил бутылку. Это ты его разбил? Ну да. Чё тебе надо, Павзал? А ты знаешь, что мы некие её бали? Меня сорвало. Хотя ещё одну спить. Дай сюда. А теперь иди сюда. Летать умеешь? Нет. Сейчас лучу. Ого. Он чё, на грыз победил? Я ничего. У вас работал. Моя бутылка. Спасибо, бабушка. Это были ваки. И что вы знаете, что я говорю? Вот тебе знаю за это. Смотри, ладно. Если тебе не успеешь. Ты что знаешь, слышишь? Ну давай. Спасибо, бабушка. 42 дом. Да, да, работа вы достаете. А, вот тебе ничего не сделали. Это, зайдете. Ну не знаю, может вступаться и неделю не может. А то не может резать. Хорошо, я выучить отправился неделю. А то уже не вступаться эти. А. Кто мой сын на крысу закидал?
Вагатипом знал, кто такой смелый. Ты чё, с ума собрался? Иди себе минуту, ты чё попзал? Он самый крутой? А у нас один вопрос. Какой? Зачем моя сына закрылся за Киев? Потому что мы не сами, не буду разбил. Ну всё, пробросался по жизни. Ба! О! Тебя чё? Я потерял! Да ты чё? А? О! Это все равно, это будет интересно. Серёжа, и тебя всего. Повод от тебя самого. Да. Классно, да. Интересно, что? Блин, а что ты вам оказалось, что здесь? Меня вы здесь видите? Эй, бот, а то он садится. У нас тут есть идти. Опять умрёшь? Все равно сказки генерации, так. Не верю, нас садится. Ну где вы делаете? Не знаю. Надо было. Иди и сказки помню, скажи, идиот. Я тебе даже докажу, что у меня твоя игра. Отстань! О! Иди сюда! Сейчас, лицо! Ого! Он на крыше закинул. Эй, подожди, а ну что? И вот, Эва на крышу закинул. Стоял где-то. Пытаюсь у нас выйти. Где Эва на крыше? Вот. И где он? Я не знаю. А тут упыл. Мозги попутал. Эх. Вот это и болтал, горох. Чё ты опять своёго это? Я типа со своёго! Опа, это ясно. Классный, да. Сейчас сынью. Эй, Ваза, а ты можешь так пришли? Не понял. Чё ты не болтал, да? Я понимаю, что я только берешь это. А ты что, снимаешь? Ну да. Это ты вообще на крышу кинул? Ну да. А у нас есть. Если не гуматься, не выступаться. Ну какой у вас план? Короче, план такой. Сейчас вот закину на крышу и убежим отсюда. И будем драться. Ну хочешь, закинь. А теперь иди. А? Тише. Мамка, скорее, я тебя так слышу, что за драга. Где он? Я здесь. А ты что за крышу делаешь? А вот тебя поза закинул. Тебе не верю. Опять раз. Ты сам на крышу стоял. Я докажу, что я видел и снимал. Но пока. Я жду. Крути. Блин. Как он с тобой крутить? Понятно тебе, Слава. Сегодня я? Сегодня скажу.